Мы с вами живем в современном мире, где нужно шагать в ногу со временем. У каждого из нас в году бывает несколько праздников. Это дни рождения, различные семейные мероприятия, свадьбы. В эти дни хочется, чтобы все было необычно, красиво и незабываемо. Благодаря открытию магазина агентства «Радуга» в районном центре Аулака Шихабль эта проблема снята. Расскажи нам, как у тебя появилась идея открыть такой магазин-агентство? Возникла эта идея, я уже говорила, это была моя мечта, моя цель. Еще со студенчества у нас была небольшая организация, мы со своими подружками организовывали деткам различные праздники. Одевались как клоуны, бегали, прыгали, веселились, то есть несли людям праздник. Как говорят, я вообще люблю очень праздники, люблю улыбаться, веселиться. И открыть такой магазин, агентство, которого нет у нас в районе, я считала, что я должна была это сделать, потому что очень многие люди, когда у них назревает праздник, они не знают, куда обратиться. И многие, обычно зная, что я работаю в этой сфере, и уже очень давно, это не один год, не два, люди ко мне обращались, спрашивали, а где можно вот это взять, где можно вот это приобрести, а как туда поехать, как приехать. Я уже решила, давайте, ребят, я буду открывать свой магазин, свое агентство, чтобы люди приходили ко мне спокойно и могли здесь полный набор праздника получить. Это и оформление, это и клоуны, различные шоу-программы, не только для детей, но и для взрослых. На свадьбы, на юбилеи, на корпоративы, ведущие, спецэффекты, все, что связано с праздником, можно найти в нашем магазине. Идея эта возникла давно, просто на реализацию таких идей, оказывается, очень много нужно. Ну, мы рискнули, мы открылись, я очень счастлива. Когда у вас было официальное открытие? Официальное открытие у нас было 5 ноября. На открытие пришли мои друзья, наша семья, потому что благодаря именно им получилось открыть этот магазин. Родителям нашим, которые полностью поддержали, помогли в открытии, не только моральная поддержка, но и материальная, скажу прямо. И как бы это не только магазин Беллы, это магазин наш, нашей семьи. И я горжусь тем, что именно моя семья поддержала вот эту безбашенную идею мою. И наконец-то наш магазин открылся. Также благодарю своих друзей, которые полностью поддерживали, помогали, были рядышком, вплоть до последних моментов, там где-то что-то почистить, помыть, собрать. Рядом были мои друзья, моя семья. Вот я хочу познакомить со своей девочкой. Мало того, что я хочу сказать, ты моя сестричка двоюродная. То есть агентство, как я говорила, семейного подряда. Мы родные, близкие, все помогаем друг другу. И тоже рододеница, у нее очень много красивых работ, которые она сама может делать, как сувениры, так и различного характера подделки. Вот, Саида. Белла, как любой руководитель своего детища, увлеченно рассказала нам о том, какой ассортимент представлен в ее магазине, а также об истории его названия. Вообще, радуга живет во мне. Вот это соцветие цветов всех ярких. Я очень люблю все яркое, все насыщенное, все красивое. И еще с радугой, именно вот с этим названием, очень связан такой период в моей жизни. Я работала в молодежной организации в городе Курганинске, я об этом ранее говорила, «Радуга». И настолько в этом центре работают яркие, светлые, радужные люди, радужные друзья, я их так называю. И поэтому я принесла эту радугу, частичку с Курганинского, с Краснодарского района сюда, в наш район. Белл, какой ассортимент у тебя представлен в магазине? В магазине проставлено, во-первых, это все для праздника. Это разнообразные вывески, дудочки, колпачки, что касаемо детских праздников, шарики, гелевые шары, цветочные композиции, большие цифры. Также в нашем магазине есть отдел рукоделия, есть отдел
подделок. Можно даже сказать, наши рукодельницы, додельницы с нашего аула уже обратились ко мне за помощью, и некоторые их работы вы можете наблюдать на прилавках. Также в нашем магазине есть отдел фурнитуры. Бусинки, бисер, иголки, нитки. Также в нашем магазине различный декор. Вы приходите для оформления нашего своего праздника, либо какого-то мероприятия, может быть, это не праздник, а какое-то торжественное мероприятие. И мы оформляем различные фотозоны. Также у нас есть в магазине агентстве спецэффекты различного плана, конфетти-пушки, фаер-машины. То есть можно даже, есть люди, которые работают с нами по поводу фейерверка, специализированные специалисты, профессионалы. И если вам нужен фейерверк, какие-то специфические эффекты на ваш праздник, тоже у нас можно это приобрести. Несмотря на то, что агентство открылось недавно, заказы уже были и прошли весьма успешно. Бэл, когда у тебя был первый заказ и вообще кто к тебе приходит, с какими предложениями? Когда открыли мой магазин, буквально сразу на следующий день ко мне обратилась девушка с Шевкеновска, узнала, конечно, информацию по интернету. В Инстаграме подружки выложили ролик о том, что мы открылись. И она обратилась по поводу оформления свадебного места для жениха и невесты и фотозоны. Вот прошлую субботу мы оформили эту свадьбу, подошли очень серьезно к этому моменту. И клиентка очень довольна, свадьба прошла на ура. Также мы оформили спецэффектами, это конфетти-машина работала у нас, когда выходила невеста со своего лимузина. То есть, не знаю, по тому, что говорят клиенты, им все понравилось. Сразу же на следующий день у нас был день рождения, мы тоже оформляли фотозону и также открытие нашего замечательного зала в Доме культуры. То есть тоже там выстраивалась фотозона и оформлялся передник сцены большими гигантскими цветами. Каждому клиенту я подхожу лояльно, индивидуально. Мы с каждым клиентом, кто к нам обращается, подбираем все то, что ему нужно. Также проводилось день рождения в нашем садике на Эльмес. Был заказ на бумажную вечеринку. С нами сотрудничают ребята, клоуны из Курганинска, Слабинска, с Михайловской станицы. Различные шоу, мыльные пузыри, бумажная вечеринка, целлофан. Это что касается детских праздников. Но опять-таки гелевые шары, оформление подарков. Клиенты говорят, что остались довольны. Надеюсь, на этом наши достижения не остановятся, и мы будем продолжать в том же духе. И люди, которые будут приходить к нам, именно будут уходить с тем, что мы получили то, что хотим. Мало того, еще мы делаем различные буквы большие, и некоторые буквы, именно имя Белла, так получилось, что моя клиентка, одна из первых, девочка, которой исполнилось 10 лет, ее тоже звали Белла. Вот мы сделали большие буквы, заказали ей баннер, то есть мы тоже этим занимаемся, мы заказываем баннера на оформление свадеб, на оформление дней рождения детских, да. Они забрали и этот подарок от матери, плюс большие гигантские цветы из композиции из шаров отправились в Адыгейск, с Кашхабля. И мы отписывались, и очень понравилось нашей имениннице то, что мы сделали, а для меня это самое главное. Ребенок был очень счастлив. Все мы прекрасно знаем, что наша героиня работает в детской школе искусств аула Кашихабли. Нас, конечно же, интересовал вопрос, как ей удается совмещать основную работу с бизнесом. Белл, как у тебя получается совмещать свою основную работу и эту? Скажем так, я в этом агентстве как бы директор. Ну как директора совмещаю? Я работаю на своей работе, полностью отдаюсь своей профессии, работаю, продолжаю работать с детками. В этом агентстве, в магазине у меня сидит девочка, которая занимается всеми вопросами. Все, что нужно от меня, я могу сказать и по телефону. Также хочу сказать, что она все делает, мне полностью помогает. В каких-то моментах
том, что знаю я ну, даю советы. Когда заканчиваю свою основную деятельность, я возвращаюсь сюда и могу здесь находиться, делать свои дела, начинать оформление. И обычно праздники, они на выходные. И свои выходные я стараюсь делать людям праздник. Хочу также, пользуясь случаем, пригласить к нам сюда в агентство, в магазин, всех видеографов, фотографов, которые желали бы получить заказы. На данный момент у нас изготавливается визитница, в которой будут лежать визитки всех оформителей, которые не только мы это делаем. У меня есть команда, которая просто по моему звонку может устроить праздник людям. Я не еду на заказы клоунам, я не еду там пиратам или... Да, я работаю как ведущая, но это в праздники. Независимо от моей работы, от моей основной деятельности. Потому что я считаю, что то, что я там делаю на своей основной работе, это очень важно. Деток, конечно, я не собираюсь оставлять, но такого рода агентство и магазин нашему району был необходим. Да, какие у тебя перспективы на будущее? Что ты хотела бы еще сделать, реализовать? На данный момент пока остановимся на том, что я уже сделала и что я делаю. Самое главное то, что я вот сейчас начала и делаю, чтобы оно продолжало с большей силой, чтобы агентство, конечно, как вот пришли гости к нам, друзья мои, и сказали, чтобы вот именно вот этот угол был настолько развит не только для нашего района, а для всего Краснодарского края, Республики Адыгея и уже, конечно, Российской Федерации, чтобы звезды с Москвы приезжали к нам сюда и праздновали у нас свои праздники. Ну, надеюсь, это в дальнейшем будущем наша мечта сбудется, потому что если ты мечтаешь, если ты посылаешь в космос свои мысли, все получается, все можно сделать и добиться успеха. Я думаю, что это несложно. Самое главное – взяться силами, поверить в себя и идти вперед. Пожелаем же магазину-агентству «Радуга» процветания, дальнейшего расширения, успехов, много-много благодарных и довольных клиентов.